Первый iPhone выпускался с конвейера лишь в течение одного года, и его тираж составил чуть более 6 миллионов экземпляров. И, конечно, повальное большинство из них не дожило до наших дней, и поэтому ценятся они весьма дорого. Сейчас расскажу, сколько конкретно. В прошлом году в Рунете на одной из досок объявлений продавался новенький экземпляр iPhone 2G за 1 миллион 250 тысяч рублей. Вскоре объявление удалили, но вероятно из-за совершенной продажи. А ведь за эти деньги можно купить небольшой новый кроссовер, ну или поддержанный автомобиль бизнес-класса. На известной площадке eBay один ловкач из Германии продает редкую версию первого айфона на 16 гигабайт в заводской упаковке за 27 тысяч долларов США, или же 1 миллион 570 тысяч рублей в эквиваленте. За что такие деньги? Согласно серийному номеру, этот экземпляр был произведен 24 февраля 2008 года, в день рождения Стива Джобса. Один американский коллекционер из штата Огайо продавал за 20 тысяч долларов или 1 миллион 160 тысяч рублей сразу два iPhone 2G с памятью 8 гигабайт. Первый экземпляр был в пленке и оригинальной коробке, а второй был выставочным экспонатом. Оба iPhone находились в коллекционном саркофаге, красивой стеклянной коробке, специально для покупателей. Итальянская коммерческая фирма Collections Apple, которая продает редкие продукты под брендом Apple, недавно продавала через eBay коллекционный первый iPhone с оригинальным подарочным пакетом. Такие выдавали в фирменных магазинах Apple. Еще один американский гражданин продавал смартфон первого поколения в оригинальной коробке с оригинальным вкладышем, подтверждающим возврат через сервисное обслуживание клиентов Apple Care. Комплект был скрыт продавцом для соблюдения анонимности. Неиспользованный первый iPhone с такой историей действительно сложно найти. Наверняка многие задаются вопросом, а зачем вообще отдавать такие огромные деньги за старые телефоны с ненужными технологиями? Да все просто, люди делают это ради наживы на раритете. Покупка первого айфона в новой нетронутой упаковке весьма перспективна. Лет 5 назад уже был один прецедент. В 2012 году первый компьютер Apple I 1976 года выпуска был продан на аукционе за невероятные 400 тысяч евро. Первый iPhone считается самым революционным гаджетом, разработанным под руководством Стива Джобса. Придет время, и его девственные экземпляры будут цениться как суперкары. Ну а теперь игра. По сути, это тест на то, как вы хорошо знаете Future Time. Поехали. Сколько стоит самый дорогой iPhone за всю историю? Мы уже, кстати, как-то об этом рассказывали. Напишите правильный ответ в комменты. Ну-ка. А еще смотрите другие видео, подписывайтесь и почувствуйте нечто иное.